Всем привет, привет, ребятушечки! А меня зовут Устин, и вы на канале Устин ТВ. А сегодня с Устином мы вам покажем вот этих вот крутых ползающих ребят. И вот эти вот ползающие ребята называются боб-снейл. По-английскому, а по-русскому равлики-бобы. Ну, это написано так на коробке. А находятся они вот такой вот в коробочке. Написано «Коллекция профессий» сверху. И тут такая вот коробочка. И да, тут помимо игрушки у нас еще такая вот, как это называется, конфета, Устин? Как мармеладка. Ну да. Фруктовая. Очень-очень вкусная, да. Как панцирь улитки, но там очень вкусненько и полезно, я думаю. Полезнее, чем всякие конфеты. И тут у нас описаны все профессии, которые могут попасть вот в этой коробке. Да, Устин? Это не профессии, а имена их. Имена, но они придуманные имена на основании профессий. Так, ну, Устин, открывай коробочку эту. Покажем, что там у нас внутри, как все происходит. Засыпай. Вот такая вот у нас бумажка со всеми профессиями. Я пока сейчас быстренько озвучу, какие здесь профессии. Кстати, эти профессии написаны на украинском языке. А нас смотрят также, кроме Белоруссии, в Украине еще люди. Поэтому подсказывайте, если комментарии нам YouTube не закроет, подсказывайте, как эта профессия будет звучать на русском, потому что мы по-украински не совсем понимаем. Невагуля, равлер, рокси, битмикс, чуля, чекуля, порядкун, подавака, имена смешные, готувака, хакмен. Ну, в принципе, тут можно и догадаться, как они будут звучать по-русскому, но я думаю, вы нам, зрители из Украины, нам точнее подскажете. Так, вот такая вот конфета. Откроем ее. Да. Покажем, какая она. Да, но очень вкусная. Даже мне, взрослому, она очень нравится. Вот такие вот улиточки, которые раскручиваются, и так как трубочку ее кушаешь. Так, и вот такая вот игрушка у нас находится там, в этой коробке. Давай его освободим, чтобы он там заперти не сидел, да? Да. Это кто у нас? Это у нас равлер. Равлер. Ну что, сейчас Устин нам расскажет и покажет каждого героя. Начинаем? Да, погнали! Ну что, Устин, с кого начинаем первого? Давай по порядку, может, да? Чекуля, да. Давай сюда чекуля, буду показывать, что у нас за чекуля. Ну, это, в принципе, не профессия, наверное, чекуля, да? Какая-то чика. Это блогер. Блогер. Чекуля у нас блогер, да, вот такой вот. У него телефон, наверное, да. Или планшет. Телефон. И она себя снимает, записывает разные блоги. Следующий кто у нас? На ТикТок, думаешь, или на Ютуб? Может, на Ютуб, да? Или просто в Инстаграм. Это у нас кто? Это Невагуля. Невагуля. Вот этого мы не знаем, подскажите нам. Невагуля. Не, я знаю. Это кто? Космонавт. Невагуля, невесомость, наверное. Невагуля, да-да-да, невесомость, вот поэтому и космонавт у нас. Так, давай следующий. Это у нас кто? Это у нас поварюля какой-нибудь. Сейчас, не? Я посмотрю. Ну-ка, смотри на бумажке. Готувака. Готувака. Ну, повар, наверное, да. Готовит. Следующий у нас кто? Битмикс. Битмикс это какой-то, наверное, музыкант. Нет, да, это диджей. Да. Это у нас диджей. Крутит пластинку.
Следующий кто у нас с наушниками такой? Вчуля. Вчуля, учитель, наверное, да? Учит детей буквам. Английскому языку. Или это русский, может? Нет, ну там же... А-В. А-Эй-Би. А почему ты думаешь не А-В? Потому что А-Б, тут английское, ну, В. Ну, только это может русское А-В, не? Да. Ну, ладно. Давай следующий кто у нас? Подавака. Подавак, официант. Ну, в принципе, не так уж сложно, да, если вот посмотреть на саму игрушку и понять, кто это у нас такой. Давай, следующий. Рокси. Рокси, рок-музыкант. Да. Такая у него гитара. Так, следующий кто у нас? Хакмен. Хакмен. А кто такой Хакмен? А, хакер, да? Ноутбук, программист. И чашечка кофе. И, ну и, конечно же, это очки, потому что зрение у программистов, у хакеров всегда немножко испорчено. Да, потому что много... Много сидят за компьютером. Это у нас кто? Это у нас Впорядкун. Впорядкун. Порядок смотрит. Это у нас полицейский. Да. Или милиционер. Ну, раз украинский у нас игрушки, значит, это полицейский. Так, следующий кто у нас? Равлер. Равлер? Да. Это кто у нас? Парикмахер. Машинка для стрижки, парикмахер. Такой вот равлер. И на этом наше видео подошло к концу. А кому понравилось, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. А следующее видео у нас будет про киндер-сюрпризы перевертыши. Будет очень интересно. Всем пока-пока. Всем пока-пока.